В прошлом видео я показал вот такое крепление для якоря. Но подумал и пришлось купить вот такое. Это вертлюжок такой, ну и крепление под десяточку, цепь, ну и под якорь. Как я уже говорил раньше, нас стаскивало с этого плуга, якорь называется плуг, потом мы его покажем, когда извлечем. Вертлюжок, правильно называю, коллега? Вертлюжок. Судя по всему, правильно. Я его еще не видел, но, наверное, это так. Ну, короче, вот эта часть якоря у нас заклинила от долгого применения. Болт заклинило, и пришлось купить новый. Сейчас мы поднимаем якорь и спиливаем звено цепи. Ну что, для этого сначала заводим двигатель. Секретное место. Пришла цепь с тиной морской. Друзья, вот обратите внимание, ситуация какая? Почему возник вопрос о замене якоря, что проблема именно в якоре? Обратите внимание на толщину цепи. Цепь отличная, толстая, тяжелая. Дно, вязкий ил. Глубина здесь 3,5-3 метра. Длина цепи 50 метров. Ветра сильного не было, ну, максимум 25 узлов. Но яхту стаскивало и на меньшей силе ветра. То есть мы пришли к выводу о том, что проблема именно в типе якоря. Это к вопросу, какой якорь хорошо, какой плохо. Сейчас стоит плуг. Мое мнение, что этот плуг просто пашет вязкий ил, не может толком зарыться, и поэтому посчастливилось добыть новый якорь. Шикарнейший широкий якорь. И мы его сейчас будем менять. О, брат, можно? Ну вот видишь, кстати, чем зацепилось. Сама цепь вросла в землю. Ну да. Как
Закопался тоже. Первый раз в жизни. О как. Такой вот плуг. Может, швабра его? Ну, сейчас. Чтобы не потерять уже и так свое, подстраховали. Ну что так? Thank you.
Малый назад. Откручивает руль, все правильно. Я не знаю. Давай. Сзади чисто, машин нет. Давай газку чуть-чуть. Хорошо. И постарайся сейчас выйти в то место, откуда мы ушли. То есть вот где-то вот возле нашей лодки, в стороночке сюда. Вот посередине между нашей лодкой и нами сейчас. Вот в ту точку надо выйти. Давай газку чуть-чуть. Хорошо. Возможно. Ну да, надо поднырнуть. Возьми чуть-чуть правее, Танюш. Все, я включаю нейтрал. Какая глубина, Тань? 3,6. Так, ну новый якоречек, давай, не подведи. Включи малый назад. Сейчас малый назад, да? Чутка еще. Еще? Да, чуть-чуть. О. Будем смотреть. Сейчас малый назад. Больше? Чуть-чуть больше сделай. Ну, пошла. Натягивается. Оп, зазвенело. Ну вот он сразу вцепился. Сразу вцепился, да. Вот и вся разница. Этот цепляет сразу. Он может протянуться еще, но по крайней мере зарывается он идеально. Угу. Ну и мы стоим, по сути. А поддай газку, Тань, еще. Фу, вообще, смотри. Цепь звенит. Оп. Вот, взял. Поднялась. Все. Так, стоим. Смотрим ориентиры. Стоим, ребят. Буруны идут. Все, не дралось. Вот, друзья, вам весь сказ. Вот это брюс. Брюс все-таки на мягких грунтах очень неплохо себя проявляет. А плуг очень хорош на черноземе. Да. При посадке и рыхлении грунта. Ну, в общем, оставляйте свои комментарии по этому поводу. Да, возможно, мы ошибаемся. Но пока, как показывает практика, что все-таки якорь брюса, он цепляется на метр. Вот. Поэтому вот так вот. Его мало рекламируют в интернете, мы одни из первых, кто это сделал. Потому что нам подвернулся такой вот якорь. Стоит сказать, что один очень добрый хорват, все говорят, что хорваты не очень добрые, а мы нашли доброго хорвата, который подарил Сереже замечательный 20-килограммовый якорь брюс, вот, который мы сейчас и прицепили. Вот. Не без моей помощи, конечно. Поэтому следующий сюжет нашего видео — это акт беспрецедентного альтруизма, доброй воли и дружеской вот взаимопомощи.
Сережа, расскажи поподробнее об этом жутком акте, который сейчас произойдет. Ну, наверное, многие прослезятся, наверное, будут злые комментарии, но сейчас не об этом. У меня есть бинокль. Хороший, отличный морской бинокль. Морской бинокль, да. Хочу... А у меня нет бинокля. Да, а у Паши нет бинокля, он от этого страдает. И я подумал, а почему бы не поделиться с другом биноклем? Поэтому сейчас на ваших глазах произойдет распил имущества. Чехол тоже, наверное. Да, обязательно. Чур, моя правая. Не вопрос. Ты хозяин, выбираешь рабочий глаз. Подзорной трубе. Да. И мы теперь можем видеть друг друга вообще рядом.